Дорогие, уважаемые, хорошие и самые лучшие люди. Едем в ресторан. Четко, коротко. Про прошлое не рассказываю. Если смотрели, смотрели. А если не смотрели, уже поздно. Упс. О, закрывай, холодно. Ничего теплого не взяла. Как назло. А здесь всегда холодно. Где находимся, уже приблизительно знаете. Приехали отдыхать. А что делают люди, когда отдыхают? Правильно, кушают. Сначала кушают, потом отдыхают. Но с утра вышли еще. Маленькие штучки закусывали, если предыдущие смотрели. Anyway, опаздываем, арам. Поехали. Доехали. Из ресторана позвонили, говорят, опаздываете. 8:30, последний call. 8:26. Но на свежем воздухе немножко холодно еще. Эта штука над головой кричит. Сказали, через 2 минуты для вас место найдем более уютное и теплое. Так пахнет рыбой сегодня в этом ресторане. Ну, морепродуктовый ресторан. Thank you. Thank you very much. Здесь тепло, уютно и многолюдно. Держитесь, терпите, будет шумно, но вы уже, наверное, привыкли. По-другому не бывает. Сиденье еще мокрое, почистили, наверное, зато антибактериально. Зато очень надежно. Окей. Заказали, осьминога нету, говорит. Все съели. Всех съели. Говорю, зачем тогда приехали? Осьминог у них очень вкусный. Ну, вот такой маленький, маленькое блюдо. 5 или 6 маленьких кусочков осьминога. То есть одна нога осьминога, наверное. Из 8 ног. Да. Что заказала? Захотелось красное мясо. Ну и, конечно, морепродукты. Устрицы. Устрицы. Устер за устрицы. Че? Правильно говорю. О, устрицы. И все. И коктейль заказали. Гулять так гулять сказали. И коктейлы заказали. Наши коктейли. Острый коктейль. Это для меня муж взял, чтобы я еще острее стала. А себе что взял? Не знаешь. Я сейчас узнаю. Просто глоток сделаю. Я специалист по коктейлям. Там чабрец, папа. А, не поняла, что там, честно говоря. Что-то с чабрецом. And Canada,
Do you erase 1 minute now? But this is our 37th anniversary. Ooh. Острый. Это текила? Текила – это соль. Гавайская черная соль с чили инфьюзд что-то. Хороший, Гуля попробовал. Он не очень любит острое. Но это что-то интересное, Арам. Но текилу любит. Да. Горишь? Загораешь? Окей. Надо кушать, Арам, а то сейчас еще и глоток сделаю. Окей, друзья, товарищи, начинаем с каких-то устриц. Парень нас знакомил. Это, по-моему, канадские. Сказал Арам? Что-то про Канаду сказал. Мы не слышали. Мы с соседями разговаривали, знакомились. Такие люди хорошие. Сказали нам, что делать, куда идти. Секреты разные. Окей. Молодец, устрица. Вкусная. Окей, Арам, наслаждайся. Сейчас другую пробую. Не знаю, откуда это устрица. Но, как говорится, это совсем не важно. В этот раз они маленькие. Ух, какая острая эта заправка. По-моему, с хреном. Что-то с хреном связанное. Вкусное, но такое острое, Арам, это не ешь. А то сгоришь. Не хотите. Эти вкуснее. Нежнее. Ох, как соскучились мы по вам. Первый раунд прошел на ура. Устриц всех удалили. Ну, на льду они мерзли. Арамджан, благодарны. Двигаемся дальше. Другое вкусное будущее. Это тюна жареная или как тюна стейк, так сказать. Они почти, ну, тюна стейк очень быстро готовится. Знаете, пару секунд на одной стороне, пару секунд на другой. И готово. И не знаю, какие соусы у них. Совсем неплохой, очень хороший. Мы сегодня не получается как-то снимать сразу. С соседями знакомимся, разговариваем, прямо уже что делаем? Обмениваемся информацией. Anyway, нам сказали, что куда идти. Завтра идем кушать суши, сашими, что-то в этом роде. Сказали, там самое лучшее. Потом сходите туда, потом туда. Говорим, мы, у нас сегодня один день есть в запасе. Не успеем. Они здесь живут. Переехали, то есть. Anyway, это не важно. Арамджан кушает очень вкусно. Редиски удаляю. Кстати, вчера готовила тартар из говядины. Муж впервые в жизни попробовал и влюбился. Почти половину тартара он съел. Даже там зелень, лук, петрушка. И в мясо тоже лук положила. Говорит, как же это вкусно. Сейчас это кушает. Там лук, видите? Мы не заметили даже. И говорит, после вчерашнего тартара у меня уже вкусовые эти палеты как-то
поменялись или что-то с ним случилось, никто не знает. Магия. И ему нравится даже. Знаю, что лук тебе не нравится, это я просто сочиняю. Но очень вкусно. Если раньше что-то дотрагивалось до лука, жалобы, капризы, а сейчас тунец на луке. Смотрите, это красный резанный лук. Видите? И он кушает. Представляете? Человек как может изменить свои палеты? Полжизни прожил с другими палетами, сейчас новые палеты у него. Thank you. So fancy. And our New York wagyu. That's for my. Oh, looks so amazing. So we'll start with the roasted beets. This is going to be a red beet and baby beet red wine puree. We'll do a little bit of cured pecans. I can pecans with them. We'll do a savory granola, cured pork belly, a little bit of raspberries on there, and finish up. Детально объяснили, что к чему. Здесь свекла, бэйби свекла, то есть молодая свекла и обычная свекла, пеканы, орехи жареные. Сверху что это, не поняла, честно сказать. Кажется, прошутто жареные. И мой нелюбимый сыр, goat cheese. Не люблю вкус козьего сыра, но пока еще не почувствовала. И какой-то дрессинг. И ежевика. Сладкая какая. Хочу эту свеклу попробовать, молоденькую. Почему палками? У нас в Японии всегда палками кушали. Такой вкусный. Какой-то дрессинг с мятой или такой ароматная трава какая-то в дрессинге. Совершенно не чувствую вкус козы, which is хорошо. Вкусно. You don't want to try the eating too? Помните, Араминчерташтарака, крепость, power, но на русском. На русском. Башня. Помните, готовили башню с вами из тунца. Это просто более высокая башня. Удаляем эти редиски, дайкон, по-моему. Сверху тунец, а снизу авокадо, как и ожидалось. О, там у них еще огурчики и редиска. Это очень вкусно бывает. Мы уже пробовали, два раза пробовали. Дан, я съем зеленое, ты остальное. Все-таки доела салат палками. На самом деле очень даже удобно этими палочками что-то кушать, кроме супа. Хочу попробовать кусок палками. Окей, палками возьму. Готовили на жире гусиный жир или утки. Так, утка. Medium rare, это какой вайгу? В общем, говядина мягкая. Сверху у них машрум, грибы. А сбоку спаржа. Муж не кушает спаржу, он слишком крутой для спаржи. Даже, Арам, ты не пробовал спаржу, просто не кушает человек. Как вчера, впервые в жизни попробовал биф-тартар. И картошку какую-то сказали там сбоку.
О, думала пюре картофельное, но нет. А это крес-салат. Мой любимый. Вся зелень моя любимая. Это попробую мясо. Соус хочу. А не соус, это жир. Что-то из гуся или утки. Очень нежная. Хочу гриб попробовать. Это гриб? Ну, это onion, лук, извиняюсь. Товарищ лук, я вас не буду пробовать. Это гриб. Кусочек гриба. Хвост гриба тоже вкусный. Ну, спаржа как спаржа. Все знают, какой вкус спаржи. Я еще суп заказала. Клам чаудер, Манхэттен. То есть красный клам чаудер. Кажется, забыли. Ничего, мы им запомним. Напомним. А, вкусно. Пока горячий, кушай. Хотим видеть, как кушает наш дорогой оператор, говорят фанатки. Они не верят, что ты кушаешь, Арам. Понравилось? Не будем мешать нашему уважаемому. Пусть наслаждается, как хочет, сколько хочет. Кусочки такие. Плотные. В прошлый раз для сына стык заказали маленький, миниатюрный кусок был. Мы последние посетители ресторана. Thank you. So that's going to be that banana chocolate cake, so it's going to be a sponge cake. We'll do that miso rum caramel sauce down at the bottom. Lightly flambéed bananas. We'll do a little bit of cinnamon twirl and candied pecans with a scoop of ice cream and a little crumble for you. This one's going to have that roasted strawberry down at the bottom with that passion fruit cream cheese mousse. Fresh kiwis in the middle with a white chocolate swirl up top and a little bit of crumble. Enjoy. Thank you. Thank you. Начнем с белого шоколада. Остальное, наверное, уже поняли. Клубника. Ростед – это испеченная клубника. Сверху маракуя крем чиз, сливочный крем, сливочный сыр из маракуи. Сверху уже хрустящее что-то. Подождите. Бисквит. Песочный. Прям песочный что-то, тесто испеченное. Белый шоколад так себе, а это пробовали. Ох, вкусно. Что-то вкусное с бананом, с карамелью, с мороженым, уже не важно с чем. Главное, последними пришли, последними уходим. Никого нету в ресторане, сидим себе. Арамджан, начнем с этого. Дошла до клубники. Хочу размешать, чтобы вкус почувствовать общий. Вкусно очень. Орешки тоже есть. Вкусно, вкусно, вкусно. Такой свежий, освежающий, как мороженое. Очень вкусно. Товарищу оператору тоже понравилось.
Я не почувствовала. Говорит, творог там тоже есть. Ну, что-то из дыры. Молочный продукт. Это попробуем. Спанч кейк бисквит. Клубничный бисквит с клубникой. Запеченный. Не запеченный. С этим торчем, когда зажигают немножко сверху. С бананом это сделали. Как крем-брюле. Неплохой. Мне это больше понравилось. Все вместе хочу попробовать. Все вместе с мороженым гораздо вкуснее. Окей, Арамджан, наслаждаемся, не стесняемся, что мы последние здесь. Стоят и ждут людей, когда мы закончим кушать. Я этим десертом занимаюсь, а муж работает над тем. Нравится? Очень. Что за вопрос Карлосову, который кушает что-то сладкое? Наслаждайтесь, товарищ Карлсон. В конечном счете это как будто чизкейк upside down, то есть клубнику на дно положили, сверху еще свежий киви положили, потом крем чиз, сливочный сыр, и уже сверху посыпали как будто печеньем. А, печеньем. Просто в стакане собрали чизкейк. Легко и просто. Очень вкусно. Удаляемся. Сытые, довольные, счастливые. Арам, держи меня. Не знаю, что снимаю, надеюсь, ноги. Последние пришли, последними уходим. Закон. Закон природы. Холодно. Я почему ничего не привезла с собой? У нас было лето, почти летняя погода была. Думала, раз уж лето, буду по-летнему. Ни жакетов, ни курток, ни костюмов, ничего. Хорошо, что длиннорукие платья взяла. Харамджан, ты меня спас. Быстро закрывай. Включай печки. Как вы поживаете, дорогие цветочки? О, уже раскрылись. Упс. Итак, едем в гостиницу или в резорт. Наливаем джакузи самой горячей водой в мире. И... бросаемся в джакузи. Вы меня поняли? Прием, прием. Или так, прием, прием. Не так, прием, прием, это микрофон. Прием, прием, вы меня поняли? Орел, орел, я решка. Разговаривали с соседями. Ну, стол на рядом с нами, не напротив. Говорят, мы из Orange County, из другого района переехали сюда. Говорят, мы тоже хотим в какое-то тихое, более такое деревенское место переехать. Говорят, но имейте в виду, если сюда переезжаете, здесь температура холоднее, чем у вас в Лос-Анджелесе. Говорю, а вы думаете, что нас так сильно и крепко держит в Лос-Анджелесе? Ну, погода у нас, что ни говорите, погода у нас отличная. Всегда, почти всегда, почти всегда.
хотя это не такой уж холод, я бы не замерзла немедленно, но все-таки для меня это холод. Ну, Арам, дело привыкания, можно и к этому привыкнуть. Нужно. Очень хорошая погода. Давай, это для тебя хорошая погода, у тебя кожа толстая, у меня тонкая. Правду говорю, что правда, то правда. Хороший. Даже толстокожий хороший. Окей. Накине, хватит над нашим императором. Оператором. Мой император. Для нас всех он император. Значит, я императрица. Сами себя хвалим себе. Харамджан. Я счастливая, что у меня такой император. Вот так. Все сказала Арам. Здесь такую хорошую императорскую музыку поставь. Немножко грустную. Или нет? Там уже решим. Все, рука уже устала. Уже уставшая была. Но день хороший, такой длинный день был у нас. Прямо не. Кончаемый день у нас был с утра, камера в руках, отдыхаем называется, вышли отдыхать, но зато так хорошо, воспоминания на всю жизнь, правда, где? А? Traicionado por...